В этом видео мы смотрим краткий обзор еще одного двухместного китайского электрокара от бренда Kia. Это небольшой электрокар с повышенным уровнем комфорта. Дальность хода на одном заряде его батарейки составляет не больше 80 км, максимальная скорость не больше 40 км в час. Потому он прекрасно подойдет как для взрослых, так и для детей, так как скорость его небольшая. Ну, совсем маленькие дети на нем кататься не смогут, конечно, но подростки вполне им смогут управлять. Скорость данного электрокара равносильна скорости движения на велосипеде, потому данный электромобиль будет для детей вполне безопасен. Кроме того, на данном электромобиле вы сможете легко обучать ребенка ездить за рулем, так как он двухместный, вы сможете сидеть сзади и подсказывать ребенку, как правильно управлять машиной. Электрокар имеет 1-киловаттный двигатель, а если мощность двигателя не превышает 1 кВт, то регистрировать данное транспортное средство не нужно, а соответственно и никакой категории прав на него тоже не нужно. Вот такой электрокар подойдет как для детей, так и для взрослых. Правда, стоит он на китайских сайтах порядка 1200 долларов. Но наличие климат-контроля и других удобств в салоне, а также повышенный уровень надежности и комфорта того стоит. Купить этот и другие электрокары можно у нас на сайте.